Итак, народ, всем привет! Прошло уже несколько дней с момента, как мы положили яйцо неразлучника в инкубатор. С этого момента они больше не снесли, к сожалению, яиц. А перед началом данного ролика хочу вам порекомендовать игру, в которой вы можете заработать реальные деньги без риска, как в рулетках и прочих разводах. Получайте бонусы на сайте абсолютно бесплатно. Покупайте за них птиц. Собирайте и продавайте снесенные яйца. Обменивайте виртуальную валюту на рубли и выводите на любую удобную для вас платежную систему. Ссылка в описании. И давайте посмотрим, что мы сделали за авоскоп из этого же самого инкубатора. К сожалению, освещение, которое давал сам инкубатор, было мало, чтобы просветить яйцо, поэтому мы поставили сюда диодную лампу внутрь. Пенопласт хорошо просвещается, поэтому мы его накрыли старыми дисками и тетрадями. И взяли яйцо и положили его на отверстие, там, где вставляется термометр. Давайте выключим свет и посмотрим. Виднеется ли что-то у нас? Мы видим, что четко видна воздушная камера. Ее хорошо видно. Посмотрим, что есть с других сторон. Фокусируйся. Венок, по-моему, еще не прорисовываются. Я не знаю, в какой период у неразлучников должен формироваться зародыш, в какой период его должно быть видно. Если вы владеете такой информацией, пожалуйста, напишите в комментарии. Будет очень интересно узнать. Ну, в любом случае, не больше недели. И почему-то мне кажется, что там желток очень свободно плавает. Ну, пускай яйцо полежит еще дня 4-5. В этот период, я думаю, уже в любом случае должен был бы показаться зародыш. Если нет, то мы выключаем инкубатор и прекращаем, так сказать, инкубационный период. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение по поводу того, что я хочу, так сказать, вырастить птенца из инкубатора, птенца неразлучника, и подсадить его уже непосредственно в гнездо к взрослым птицам, к родителям этого птенца настоящим, чтобы они его уже сами выкармливали. Потому как в данный момент гнезда у них нету, и они несутся на пол. В общем, ребят, всем желаю хорошего настроения, всем удачи и до новых встреч.